Я хотела бы рассказать о своем дедушке, Королеве Борисе Ивановиче, 1917 года рождения. Он уроженец деревни Глубокого, Серпуховского района Московской области. Был призван в ряды Красной армии в 1938 году. Войну встретил на Северном флоте. С 1 сентября 1941 года по 14 ноября 1944 года был участником Карельского фронта и принимал непосредственное участие в боях Мурманского направления. Сержант, командир отделения радистов 191-й батареи Северного флота. Он занимался не только связью, но и воспитывал молодых связистов, которые обеспечивали бесперебойную связь во время ответственных боев. Борис Иванович имеет награды, в частности, медаль за боевые заслуги, которую он получил 21 сентября 1944 года, и орден Красной Звезды 27 октября 1944 года. Мы гордимся, что у нас в семье есть такой герой.